Так, телепузики, добрый вечер. Мои подписчики уехали. Алексей сделал мне сюрприз. Приехал тоже второй подписчик. Оттуда же со Свердловска. Он в Москву приехал. И они созвонились, и он приехал. Он у меня сидит тоже. Тимоха сидит у меня в этом, как ее, в эфире. И сделал для меня Алексей сюрприз. Вот они мне что подарили. Цветы. Цветы. Ну, я сейчас уберу их. Пахнут вообще цветы. Дальше с чего начнем? Макароны. Геркулес. Заварка. Печенье. Вафли. Яйца, яблоки, бананы, салат, вот этот соус, сыр, колбаса традиционная, вот это, а потом отборная селедь, матила ас. Сливочные сосиски, ляжки, ой, ноги, или как их сказать, яблоки, бананы, колбаса, сервелат, майонез, масло. Здесь рыба красная была, колбаса была красная в упаковке, колбаса такая. Сырые, помидоры здесь, ну, мы ели сырые, потом вот это вот, потом конфеты, и еще конфеты вот откуда они, с Екатеринбурга, вот она, упаковка конфет привезли, вот они. И подарили мне сковородку еще. Как раз мне нужна сковородка. Вот. Это мои подписчики. Подписчики Алексей, который, они с Екатеринбурга, он сейчас в Ваненках, приехали, он это в кардиологии, он врач-хирург кардиологии, и этот, его тоже Андрей звать, этого Алексея, Андрей Тимоха, вот он у меня, он это по работе приехал в Москву, а сам работает, это тоже врачом, ну, восстанавливает после операции там, в Екатеринбурге. А Алексей сейчас находится в Ваненках. Вот. Ну, вино забыла сказать. Вот, настойка домашнему рецепту. Вот она, они вино привезли мне. И это вино, я забыла вино. Вот, вино. Вот. Я вино не пила, ничего не пила. Андрюха пил 2 бутылки пива. Какой-то, не знаю, тоже дорогой, хороший. Я выкинула. А Алекс пил 300 грамм вино. Такая маленькая бутылочка. Ну, в вине разбирается. Я не знаю, какой там. Я выкинула. Вот. Это с Екатеринбурга. Андрей хотел сейчас ехать до Москвы на поезде. Ну, куда? Сейчас ливень идет, и куда ему ехать? Тем более 2 бутылки выпил пива. И он сейчас у себя там, не знаю, где, в больнице оставит, не знаю где. Вот. Еще что. А все. Они сами с Екатеринбурга. Алексей работает, он в клинике, в частной, как Вовка. Кардиолог. Это тоже в клинике, но по-другому у него. И жены тоже доктора.
У Андрея двое детей, у Тимошки, а у Алексея один, 13 мальчиков. Спасибо, ребят, большое. Это мои подписчики. Вот цветы. Спасибо вам большое, Алексей, Андрюха. Они у меня смотрят давно, заходят, но редко, но у них работа. Вот вино, видите, какое. Я даже первый раз знаю. Настойка домашнему рецепту. Ребят, спасибо большое. Вот приехали. Ну, в Ваненках он там ночует. Не знаю, на сколько он приехал дней, на месяц. Он сейчас моей подруге напишет, проконсультируется. Там надо подруге Жилетовской проконсультировать надо ее. Ну ладно, сейчас все, ребят. Спасибо большое, Алексей и Андрюха с Екатеринбурга. Вот она ихняя вся. Спасибо большое вам. Приезжайте, ребят. Подписчики, приезжайте к Ольге Валерьевне.